Что ж, всем привет, дорогие друзья! Мы с вами в игре под названием «Трансформеры. Закаленные в бою». Наконец-то вышла русская версия. Американскую я не мог снимать, потому что ее заполучить было очень сложно. Ну, мы сегодня будем в нее, короче, играть. А возможно, даже и проходить. Игрушка очень прикольная от разработчиков «Кабан». Кабам, которые создали игру под названием Marvel Лига Чемпионов. Вот так. Ой, конечно, долгие загрузки просто убивают. Ну, она того стоит, очень прикольная игрушка. Тут трансформеры из всей вселенной трансформеров. Мы вот видим то, что на картине у нас тут изображено как Оптимус из мультяшной версии, мочит Мегатрона из фильма, наверное, Трансформеры Месть Падших, но он больше там похож вот тут. Тут мы видим, как Мотомастер мочит Бамблби из фильма, опять же. Ой, что за чушь я несу? Давайте уже играть, только у нас тут ход идет. А вход он, конечно, убивает по-жуткому. Я уже слегка тут обучение попроходил. Поэтому сейчас особо у нас тут вопросов не будет. Если миссии становятся сложными, улучшите своих ботов. Загрузки, загрузки, все время убивают загрузки. Вот минус у разработчиков Кабан, то, что у них такие долгие загрузки. Вот если там играть Shadow Fight 2, ну там вот более-менее эта загрузка идет, а тут просто жопа. Сделали бы управление, как вот тут в Shadow Fight 2, я бы снял Shadow Fight 2. Тут все элементарно. Просто простые движения курсором мыши у меня тут будут. Ведь я играю на эмуляторе. На планшете я играть и на телефоне не могу, потому что игра эта не поддерживается на обоих моих устройствах. Это просто жопа. Поэтому последний шанс в нее мне попробовать поиграть, это на моем компе. Вот так. Проходил я тут. Чтобы выжить, вы должны сначала освоить основы боя. Лучше сделаем рань двумя руками, чем мочим. Она, конечно, лагает. И музыка четкая. Самое главное, что музыка четкая. Ну что ж, потерпим. А, стоп, сдержать нафиг, тяжелая атака. Так, теперь мы должны попытаться замочить Старскрима. Эй, ты чё? Нафиг тебе.
бьешь-то? Так, и сейчас мы зарешим. Как так проблема-то? Вы чё хоть? Старскрим, здесь боюсь, что другие десептиконы точно явятся, но где мы? Координаты этой планеты не внесены в базу данных Телетрона. Тем не менее, грозящая опасность очевидна. Оптимус, советую вызвать подкрепление как можно скорее. Ну, сейчас мы будем вызывать подкрепление. Космический мозг корабля все еще цел. Это рискованно, но нам придется потратить остатки нашего энергона для транспортировки подкрепления. Так, ну что ж, сейчас Оптимус будет призывать подкрепление, и нам выпадет какой-нибудь один из ботов ему в помощь. И будет два бота на этой непонятной планете. Это космический мозг корабля. Здесь можно получить кристаллы и использовать их для получения новых трансформер характеристик. Сейчас. Так, ну что же, транспортируем. Активация космического моста у нас сейчас идет. Ну что ж, давай нажмем для установки. Кто же нам тут выпадает? Нам тут выпадает Сон. Здорово, теперь как доставить свайп здесь? Давайте найдем Оптимуса. Есть 6 классов ботов. Разведчик, техник, крушитель, тактик, задира, воитель. Музыка такая играет интересная. Видимо, судя по всему, нам сейчас, наверное, придется сражаться. Очень интересные такие у нас классы ботов тут. У нас тут есть. Да, очень интересные классы. И по-любому все эти 6 классов против друг друга очень противостоят. Оптимус, что происходит? Где мы? Рад встрече с тобой, Сайдсвайп, дружище.
здесь творится что-то неладное, и мы должны в этом разобраться. Погнали! Очень прикольное управление тут между планетами. Optimus Prime против Гриндера. Погнали. Гриндера из фильма «Трансформеры», который был и в первой, и во второй части. Ну, он сдох, да. Тяжелые атаки. Нажмите и удерживайте правую часть экрана, чтобы использовать тяжелую атаку и сломать блокировку вашего противника. Рейнджер. Время освоить парочку боевых приемов. Вернуться. Теперь, когда вы находитесь на расстоянии, атакуйте оружие дальнего боя. Вау. Отлично. Теперь сделайте бросок ближе к цели и используйте спецатаку в нужный момент. Бой. А нахрен. Чё, получил гриндер? Нах тебе. Чё, гриндер? Я тебя сейчас застрелю. Вау. Вау. Гриндер, дай-ка тебе. Повышает ваш уровень командира, дает вам награды на функцию HP. Ну, это опыт. Телетрон сообщил, что это был десептикон по имени Гриндер, но он не похож ни одного из десептиконов, которых мне удалось повидать. Он словно из другой реальности, и похоже, впереди нас ждут большие неприятности. Это похоже на Бамблби. Помехи. Сайдсвай против Бамблби выступает. Ну, вообще, я считал то, что Бамблби тоже разведчиком будет. Ну, ладно. Очень интересная у нас тут игра получается. Сайдсвайп, я в него постреляю, хочу. Ты чё, охренел что ли? На-ка тебе, Бамблби. Получай, Бамблби. Вот так. Прикольненько. Наше положение катастрофичное. Если эта инородная сила может изменить бойца с таким чистым сердцем, как у Бамблби, хоть это шмель из другой реальности, значит каждый из нас, кибертронцев, в опасности. Матрица должна находиться в руках кого-то, кто не подвержен воздействию человека. Я понимаю, Оптимус, у меня есть тот, кто вам нужен. Вручай.
Получаю матрицу лидера 100 вам, командир. Я доверяю вам руководство нашими миссиями. Уверен, что вы приумножите нашу численность и силу. Используйте золото и руду 13 для повышения уровня ботов. Это экран ботов. Выберите бота для улучшения. Улучшить. Отлично. Возвращайтесь к этому экрану, когда соберете больше руды 13 золота, чтобы улучшить своих ботов. База. Проведите пальцы вверх и вниз, чтобы уклониться от дальних атак врага. Это что, типа наша база, что ли? Ковчег в плачевном состоянии. Нам нужно организовать оперативную базу на случай нападения. Стены этого кратера служат отличной защитой, но нам также нужно подкрепление. Командир, давайте используем кристалл из нашего экстрактора и попробуем вызвать помощь. Открыть. Ну что, бот сохраняет свой опыт ковки. Чем выше их уровень ковки, тем больше опыта ковки они дают. Вот так прикол. Вылетел гриндер. Ай, мне ломит всю броню. Где это я? Он определенно смахивает на десептикон, но телетрон не выявил какую-либо угрозу с его стороны. Быть может, из-за матрицы лидерства или этой искривленной планеты. Если он не угрожает командиру, то, быть может, он станет ценным союзником, поможет выбраться из этого места. Нам предстоит найти ответы еще на многие вопросы, но эта земля, столкнувшаяся реальности, ни для кого из нас не является безопасным местом. Верно, и если мы хотим выжить здесь, нам нужно увеличить команд, чтобы раздобыть ресурсы и укрепить свои силы и базы. Командир, мы на вас рассчитываем. Ой. Сюжетные. Так, ну-ка, дайте-ка я еще вам гриндера засуну. Пацаны, чё ж вы без гриндера-то собрались? Чё вы гриндера-то обижаете?
хотя это совершенно несовместимо. Прикольный бандосик такой получается, смешной. Сканеры Телетрона обнаружены залежи ценных ресурсов. Они нужны нам, чтобы отремонтировать ковчег и укрепить наши силы. Командир, ведите свою команду вперед. Наши жизни и успех миссии под угрозой. Выдвигаемся. Сайт с вами против миража. Ну чё? Давайте в бой. Более редкие, но мощные опустошенные атаки ботов-крушителей дают им классовое преимущество над ботами-тактиками. Повышайте ранг и открывайте спецдвижение. Что ж, это будет у нас на сегодня последний боёк. Я знаю, вам хочется посмотреть подольше, но да, это будет у нас на сегодня последний бой. Интересно, тут есть какие-нибудь боты из трансформеров 5, что ли, которые еще не вышли? Хотя фильм не вышел, они не должны быть-то тут, если фильм-то не вышел. Че? Капут мотормастер. На, как... Чё, охренел? Я ж тебе сейчас надаю. Уклонись.
Вау, вау. Давай. Удар. И снайпер. Ну что ж, дорогие друзья. С вами был Тотемпаут. Подписывайтесь на канал. Похоже, каждый бот здесь запрограммировал делать только одно — сражаться. Предводительные показания Телетрона подтверждают ваше заявление. Телетрон подтверждает присутствие в этой области многочисленных существ вертарианского происхождения и на всех отмечает следы темного энергона. Темный энергон, похоже, путь к нашему спасению становится все более тернистым. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Тотемпаут. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.